Вся страна скорбит по погибшим в Кемерово. Завтра в России объявлен национальный траур. Только что на площади Республики в Чебоксарах закончился митинг в память о жертвах трагедии. Глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемеровской области. Чувашия скорбит вместе с вами. Стойкости и мужества, скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в телеграмме, направленной губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Это страшная трагедия для всех россиян. Невосполнимая утрата для родителей, для близких родственников. Десятки взрослых людей ушли, десятки детей. Поэтому мы вчера уже проводили совещание, я задачи поставил. Все торгово-развлекательные центры, все кинозалы, все общественные места еще раз надо проверить, все ли делается со стороны ответственных должностных лиц для обеспечения безопасности людей. Я не знаю, как родители просто могут перенести все это. Дай Бог им терпения, наверное, дай Бог им смелости жить дальше. И найти, наверное, силы. Пришли для того, чтобы помянуть память их. И чтобы в следующий раз не повторялось это.